Привет, Драйв, привет, YouTube. Сегодня у нас будет как бы новый такой проект небольшой по ремонту вот этого автомобиля и Суздика. Наша задача покрасить вот эту кабину. Тут ее уже вловили, но это не мы. Тут пытались что-то ливать, вот это все дело. Конечно, это все надо будет убирать. Тут вот краска потресканная, надо как-то счищать, наверное, придется щетку. Или попробуем так счистить. В общем, править еще надо, подгонять двери, здесь вот заварили, придется переваривать, видите, как подножку сделали. В общем, сделать надо вот эту кабинку. Это кабинка у меня получается, двери плохо видно. Надо будет сделать все. Вот так здесь все сделано. Зачем шпаклевки все нахреначили, они не знаю. В общем, надо нам собрать вот эту кабину. И Волга наша, можно сказать. Это за Волгу. Такой расчет. Так что. Ну что сейчас? Чем займемся в первую очередь? В первую очередь мы сейчас подгоним вот эти двери. Та нормальная дверь, а вот эту надо. Она просела, там придется выпиливать прям в шарнирах. Самих. Покажи им тут. Тут втулки разбиты, но тут менять ничего хозяин сказал не надо. Просто я немножко пропилю. Чуть-чуть регулировок не хватает. И будут регулироваться все нормально. Так что, в общем, вот так. И все равно ее снимать легче будет. Справить. На мне это, как говорится, шкурить все это дело, споклевать. Все, разбираем. Так, ну вот эту дверь более-менее так выщучили. Прибай-ка мы с вами, чтобы вон яму вот здесь. Надо править. Так, короче, Андрюшка нас пробежится тут машинкой. Я посмотрю, где что. Будем еще подправлять. Да. В идеалу, конечно, не надо, но все равно бугры-то надо убрать, блин. Так что, начинаем. Ну вот кабину маленько выправили тут. На первый раз я забросил. В идеал тут бесполезно выводить. Тут вообще, тут надо тогда миллиметров 5 все прокладывать. Так большие ямы. Будет такое волнисто-бугристое, но один цветом главное. Двигатель такой интересный стоит. Здоровенный дизелёк. 4 что ли он литра говорил. Трактор по сути. Также вот свечи накалывал тут есть. Все дела. Помпа, как обычно, у них, видишь. Вот ломана крышечка эта. Ну что там, нету в радиаторе, как они мне доехали там. Кузьма здесь. Ну как клапана, что тут интересно. Пойди, еще гидрики ставил. Нет, коромысла простые. Ну, вот снизу проварили кабину, видишь, промостители. Так, нормально. Нормально, появилось. Можно еще и салон открывать, но он вот шелюк есть тут. По башке она упала. Ух, команда. Все наши ключи посыпались. И фары. Фары хана. Так, ладно, сейчас мы, наверное, снимем вторую дверь, давай. Молодец, много так. Больших чудес. Паяем бамперами. Здесь живут мои друзья. Сейчас вот здесь вот. Сумей природу защитить. Вот так вот мы заделаем. Феном сейчас погреем. Внутри выправим все. Нормально. Так, решетку вот я уже заклеил. Запаял вот тоже кусок был выломан здесь. Ну тут я не знаю, как я буду усиливать. Пластмасс такой мягкий, ну не мягкий, жесткий. Запаялось вроде нормально. Сетка бы, конечно, все проложить. Но я думаю, что сделаю. Останется шпакля. Я прям внутри сюда шпаклем наложу. Куски. Она жесткость сдаст. Я думаю, будет так лучше. Вот так вот. Ладно, паяем, продолжаем. Не снимай. Не снимай? Маленько феном подогрели.
Надо этот кусок умялся. И сразу она пропаивает, а то он куда-то вылазит, его тянет. Потом выровняю форму. Бампер готов. Шпаклевать его, наверное, не буду. Вот эти швы немножко замажу. И все. Потому что будет, ну, не дай бог, где-то что-то его отвалится, шпакля. Последние штрихи вот тут остаются. Тозичек будет брызнул вам, чтобы потом покрасить. Андрюшка риску набивает тут пару ямок. Че ты? Не, у тебя что-то наждачка-то не берет совсем. Вот здесь сделай мне, видишь, яма вот она. Ну-ка, смотри, что-то она у тебя, или ты не давишь нифига. Ну, ты сильно-то не дай, да она тупая уже. Да, вот так, во-во-во, крест-накрест надо. Ну-ка, теперь так, не, что-то у тебя нифига. Ну-ка, дай-ка я попробую. На, ты мне. Ну, ты не прижимай. Ну, она сдачка, наверное, другая. На кого она кончена? И начинаем грунтовать. Сейчас вот арочки тут внутри. Сейчас загрунтуем. Я вот боюсь, вот эта зеленая краска поднимется. Сейчас так. Легким опылом бросим. Там вот я в ту сторону уже обрызнул. Сильно-то не буду тут загрунтовывать, может, где вот пропил. Я варил их маленько. А так-то все, конечно, на отъезде сделано. Машина грузовая, дыр главное нету, освежится, ладно, походит, следует пяток, там, глядит, может продадут, или заново покрасим, может свет гниет совсем, так, что давай, наверное, попробуем вверх. Вроде не поднимает, да, краска? О, хозяин приехал. Посмотрим на трактор. Вот это агрега. Сейчас будет орать. Как интересно. Привет. Я наконец, блядь, занялся добрым делом. Искренне довольный. Да я даже за 3 дня его, блядь, курю, мурю, блядь. Достал мне, блядь, этот агрегат уже. Да ну-ка вот, эта зеленая краска, она не шлифуется нифига. Я больше она заборная. Не подняла бы ее, но... Ну грунт, если не поднимет, блядь, краска. Ну грунт-то понятно, если не поднимет. Давно красок, но тогда, наверное, таких красок не было. Да, ну нахер, вот так что-то, видать, сэкономили. Ну-ка, посмотрим, что мы тут нашпаклевали. Ну, тут даже не я шаклевал, тут начинали его хозяева. Да, ёпки, Юра, это стрелять с ним. Да нет, нормально. Отвалиться-то не должно вроде. Да дело не отвалиться, вроде. Я думал, бугры казались больше, они, в принципе, так херпимо. Пока мокрое это участок. Даже хорошо. А эти вас не взяли вот нахуй там, да вот жестинки то или они тут? Они тут. Вот. Ты же их клеил. Я вчера весь день бампер клеил, считай, мне с этим с мордой нахуй. На него? Ну, заклеил. А решетку? Я как решетку заклеил. Все переделать. Я уже ее заклеил, все. Решетку? Да. Я говорю вчера, сюда весь день с решеткой до сады.
Все, догрунтовали мы. Правда, мокрый по мокрому у нас получилось. Ну, сейчас он дождик пошел. Ну, уже грунт схватился. Хорошо, это грунт, а не краска. А вот красить не знаю, как мы будем. В общем, на этом мы эту часть закончим. Ну, а покраску я, наверное, сделаю часть. По покраске отдельно, как буду красить. Может, целиком здесь сниму. В принципе, как вот Ниву я красил. Тут еще будет интересная покраска в два цвета. Так что ждите новую серию из Суздика. Может, еще парочку будет, там еще сборка. И, как говорится, как поедет. А может, в одну сделаю. Так что комментируйте, заходите на драйв. Я туда фотки скину на мой блог. В общем, ссылочку скину в описании. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.